мнимые задолженности. Две управляющие компании заводского района незаконно рассылали жителям платежки с долгами. Аэрофлот в Саратове. С 1 декабря крупнейший российский перевозчик будет осуществлять перелеты в Москву. Прощаемся с теплом из-за резкого похолодания. Метеорологи рекомендуют завтра одеваться по-осеннему. Об этом и не только расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.